Привет, дорогие мои, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить The Darkness, по-моему, величайшую игру студии Starbreeze. Вторая серия. В первой серии мы получили в свое распоряжение силы тьмы, но ничто не дается просто так, я думаю. И я думаю, вы тоже понимаете, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Как бы там ни было, в первой серии у нас день рождения, и дядя Поли преподнес нам не самый хороший подарок. Несмотря на то, что наш наемный убийца шел по заказу, в итоге он получил просто бомбу, которую его заказчик хотел взорвать. Ну, то есть наш дядя. Сейчас мы направляемся к своей девушке Дженни. У нее какой-то для нас сюрприз. Но нам, честно говоря, просто нужно ее обезопасить от торпед нашего дяди и вообще от нашей семьи. Теперь мы как бы против всех. Так, ладно, мы в метро находимся. Я, честно говоря, не знаю, куда именно мне нужно идти. Тут большой открытый мир. Энзо? Энзо Скардино. Еще один итальянский. I steer clear of that little rat like he had the bubonic plague. What the hell did you do? Money was involved. I was unconscious at the time. Well, what are you gonna do? Hey, I was wondering, you still seeing that girl Jenny? Because I was thinking, you know, if you ain't... Hey. I'm still seeing her. Matter of fact, she just pays me. Oh, okay. Well, there's a phone down the platform you can call her from, you know? Hey, you say hi for me, okay? Мудаки. Перевели, она использует меня. Вообще-то я говорю, что я сейчас прямиком к ней направляюсь. Ну ладно, я буду вам пояснять, если вот такие вот критические неточности будут в этом переводе. Но перевод не особо плохой, но как видите, в целом понятно. Тут у нас какие-то рекламы выставки. Золотые сокровища инков. Фильм, похоже, новый ужасов. Кожа. Потому что какой-то японский. У меня японские фильмы сразу ассоциируются с ужасами, потому что больше они... ничего снимать, по-моему, не умеют. Хотя про самураев некоторые фильмы у них есть прикольные. Так. Человек, которому нельзя доверять. Питер Вильгельм. Хорошо. Так, куда нам нужно направляться? Вот мы выходим, собственно, на перрон. Нам нужно... Так. Куда нам нужно? Чайна Таун, нам нужно в ту сторону. Так, сейчас поезд приедет, судя по тому, что тут горит табличка. Давайте подождем. Поезд. Ой, там что-то блестит, да? Тихо. Ну ладно, раз приехал, я думаю, пора отправляться. Так, до улицы Фалтон. Секунду. Нам нужно... Так, теперь она живет в квартире в доме 11 возле баскетбольной площадки в Чайна-тауне. По-моему, это правильно, потому что... Подожди, а Чайна-таун это может мне вперед туда идти? Да-да-да. Мне не нужно никуда ехать. Хорошо. Так, что это у тебя? Сбацаешь мне, может, что-нибудь? Джон Хэддл, Джордж. Ain't fair, man. That asshole won't let me play my harmonica at my spot unless I give him a couple hundred bucks. Так, он. Maybe you should pay the guy, buddy. Ударь его, переводчики. Ну ладно, я не буду лезть в чужие дела, у меня и так уже проблем хватает, честно говоря. Чтобы еще встревать, чью-то крышу там валить. Так, ладно. Интересно, а через эту штуку можно пройти? Может? Почему нет? Ага, это про нас как раз. Короче, понятно, они там строят свои нелепые версии.
На самом деле, просто наш дядя захотел нас грохнуть. Добрый день. Так, промолчим. You don't got time for your dad's old wheel man? You don't got time for family no more, Jackie? Да подожди, что ты обиделся-то? Я не хотел. Ты же свой, судя по всему, да? Старый мафиози. Ну ладно, что-то мы его обидели. Я думал, я буду просто как с Карими молчать, то есть придавать себе солидности таким видом. Ну ладно. Так, хорошо. Ever been in love with somebody who was so beautiful and pure, you couldn't bear to show them your own darkness? That's how I feel about you. We grew up together in St. Mary's Orphanage. I guess I'm gonna have to tell you the truth about what kind of scumbag I really am. But what the hell am I gonna say? Так, ладно. Все спокойно, вроде бы. Стой на себя, Рустрек. Я тебя забыл спросить. Так, мы находимся вот здесь, около станции метро. Нам нужно на Малбери-стрит, по-моему, около баскетбольной площадки. Да, пройдите по аллее Малбери. Очень хорошо, что нет никаких указателей, то есть не водят тебя под ручку, как мы привыкли в последних играх. Это, по-моему, прекрасно. Так, это что у нас светится такое? Картофельный мешок. Это, видимо, какой-то коллектибл. Я, честно говоря, не очень доверяю тем ребятам. Возможно, они именно парни нашего босса, который нас предал. И хотят нас убить еще. Давайте как-нибудь понезаметнее попробуем. Вот такой голос разве возможно локализовать нормально? Так, тихо, вон они. Да, это враги, точно. Взять его, хотя я уже всех убил. Давай, бей его, ломай. Тихо. Что-то у меня со здоровьем совсем плохо. Сложная игра? Бляха-муха, да что творится? Надо потушить вот эту лампу. В темноте я быстро лечусь. И он тут. Так, все, готов вроде. Да, тут нас уже поджидают торпеды нашего бывшего босса, дяди Поли, поэтому надо быть осторожным. Так, все, готов. Надо сердце съесть. Отлично. Я не помню, что тут дается за сердца, но помню, что что-то хорошее. Ох, жесть. Прям сквозь грудную клетку. Так, а ты? Ты тоже, по-моему, враг? Бредляк, отдохни. Ладно, жрём все сердца, какие есть. Прикольная анимация, конечно, такая. Так, ладно, где там наша девушка? Что-то смутно помню, где-то она вроде бы здесь. Или ошибаюсь? Так, тут у нас безлюдно вроде, да? А, вот она. Так, и как мне активом? Через эту дверь, видимо.
Иду, иду, дорогая. Ты, наверное, тут стрельбу не слышала. Это не я. Хорошо, поднимаемся. Какой этаж-то я что-то прослушал? Просмотрел. Так, ладно. Завалили, короче, мы этих бандитов. Теперь у нас все будет хорошо. По-моему, здесь? Так, нет. 11-й наш, нет? Да. Подарок. О, тортик. Surprise. Cake. You won't believe this. Look, Giancarlo spelled your name wrong again. Well, Джеки написал. You gonna blow out the candles? Happy birthday, rat face. You're finally legal. Да, у них же совершеннолетним с 21 года считается в Америке. Так что теперь мы совершеннолетние. I mean, you're only 21 once, right? Are you okay, babe? You're being kind of quiet. Так, чтобы... давайте не будем ей ни о чем говорить, наверное. Hello. Да ладно, Happy? Ладно, не волнуйся. Ну ладно, сделаю вид, что пустяк. Yeah, yeah. I'm fine. Just kind of tired. Had a problem at work, is all. Hey, come on. It's your birthday, and I've got a new apartment. Let's take one day off and fucked up. Хорошо. Butcher came by today. He wanted you to call him when you could. I wrote the number on the notepad by the phone. Неплохая квартирка, не очень большая такая, я бы даже сказал маленькая, но уют. Вообще дыра. Дыра, конечно, настоящая. Но, в принципе, такой девушке, я думаю, нормально будет. Так, ты говоришь, что мне нужно взять записку мясника. В записке говоришь, что надо позвонить мяснику, номер 555-7373. Хорошо. Попозже позвоним. Успокойся, тьма. А сейчас... Так, оттуда я пришел. Джеки, what is it? Да ничего. Jackie? Yeah? Nothing. Не смог. Так, ладно, как присесть? Let's just sit here for a while, okay? Universal International. Что за фильм? You want the remote, don't you, mister? No, my apartment, my TV, my remote. Are you cold, Jackie? God, it's freezing in here. Да, прикрой окошко. Зима в Нью-Йорке все-таки. Так, посмотрим кино. Это очень увлекательно, я думаю. Сейчас она уснет и пойдем. Что там показывает? Блин, вот за такие сцены любишь, конечно, The Darkness. Да хватит зевать, ты прям как... Лежи давай. I can feel your heartbeat.
Оп, дети отвернулись. Шрам, конечно. Ну да ладно. Симпатичная девушка. Хотя, конечно, графика уже не радует, но нормально. Прогресс выполнен. Так, все, вырубилась. А нет, не вырубилась. Да ладно, в штаны сходи. Я не пойму, почему такая маленькая картинка для такого большого экрана. Все, она, похоже, вырубилась. Давайте уходим. Все, пусть спит. А мы пока пойдем разбираться с нашими проблемами. С твоего телефона я, ладно, не буду. Не буду будить. Найду на улице телефон, позвоню. Все, пусть спит, вроде в безопасности. Так, хорошо. Теперь нам нужно позвонить мяснику, похоже, я так понимаю. Да. Ну, вы видите, да, очень такая атмосферная вещь, такая очень мрачная, очень своеобразная. Я спас тебя из этого долбанного приюта. Поли нам прислал сообщение. Но после этого ты, придурок, попытался нас убить. Совершил непростительную ошибку. И теперь нам нужно будет убить тебя, скотина. Так, тут выход, по-моему. Тихо. Что-то музыка какая-то боевая. Так, ладно, нам нужно найти телефон. Бандюки все шерстят по улицам. Я думаю, я сейчас тем же путем, которым пришел, уйду в метро. Если они, конечно, по новой там какие-нибудь новые не приехали уже бандиты, то все пройдет тихо. И там из метро уже позвоним. Так, ну да, тут вроде как тихо. Валим. А, вот телефон есть. Ну давай отсюда позвоним, ладно же. Ой, тихо, уходим. Лучше из метро. А, можно, конечно, поубивать их всех, но я как-то больше за отыгрыш роли, а любой нормальный здравомыслящий человек просто так драку бы не искал, верно? Поэтому мы уходим тихо, не палимся. Так, хорошо, сейчас из метро позвоним и посмотрим, что нужно нашему другу мяснику. I love the way a subway smells. Combination of garbage, piss, and a burning motor. Especially in the heat of summer. Так, хорошо. Ты все еще злишься на меня? Ники, что ж ты такое дичь? А, нет, не злишься. Ну ладно. А, нормально. Вот так, Fight Night. Какие-то два суровых парня. О! Офигенно. Ладно, давайте другие каналы посмотрим. Так. Какой-то старый фильм, похоже, показывает.
Ладно, давайте позвоним. Так, ну чё, мясник? Как там с тобой? Связаться-то. Through the grapevine, you're at the Olive Grove. Yeah. Now let me tell you something. It's a good thing your Aunt Sarah's out of town. The Olive Grove is right next to her apartment, and this has been one messy afternoon. Now you get yourself over here, but tread lightly. I've got my share of shit for tonight, okay? Hey, leave the goons to me. Now listen, Butch. Things are happening. I'm about to get my ass handed to me by a very nasty scumbag whose name rhymes with Paulie Franchetti. Okay, now I want you to notice. I do this only for you because of who your father was and because you've always shown respect to your family. Now listen, you go through Doyer's Alley across from Jenny's apartment. I got my car parked there. You make sure no one sees you. I'll leave the back door entrance to the kitchen open. You got that? Понятно. Нам нужно идти к нашему другу, который в семье избавляется от трупов. То есть есть такие люди. Перевод, честно говоря, вообще не обрадовал. Он такое колесицу тут написали про то, что ему какая-то доза нужна. На самом деле он сказал, что с меня дерьма, говорит, на сегодня уже хватит. Что-то там про тетю нес вообще. Короче говоря, нам нужно... где-то рядом с квартирой Дженни находится в ресторане «Оливковая роща». Выбирает место убийства шеф-повара. Так, «Оливковая роща». Ладно, выходим обратно и сейчас посмотрим, где она там. Я, честно говоря, не помню совершенно. Так, ладно, в этот раз место... Тут во время загрузок показывают разнообразные диалоги нашего Джеки. В этот раз вместо диалогов он решил поиграть с пистолетиками. Ну ладно. Это явно лучше, чем полоска загрузки. Так, хорошо, давайте посмотрим карту. Куда нам нужно идти? Так, карта, она... Подожди, вот я проглядел ее. Так, он находится в ресторане «Аллея Дойера», понятно. Хорошо. Так, ну нам сейчас налево и налево, я так понимаю. А там, по-моему, бандиты были, так что надо быть осторожным. Похоже, опять придется воевать. Постараемся сделать все по-тихому. Трупы все лежат пока. Ой, нет, по-тихому не получится. Так, подожди. А, не хватает. Во, музыка-то какая. Давай, братья, помогай мне. Ой-ой-ой. Блин, а че я застрял? Зачем я зацепился? Ну ладно, вроде всех убил. Да, блин, не цепляйся за углы. Давай, бей их. А, надо лампочку разрушить, чтобы... Блин, откуда меня убили? Сложно? Сложно. Уф, сейчас будем вспоминать. Так, хорошо. Your life is mine. Естественно, он не даст нам умереть.
Очень сложная игра. Сразу хочу это отметить, чтобы не было вопросов по поводу того, что я часто умираю. Здесь натурально. Довольно-таки хардкорные именно эти перестрелки. При том, что целиться крайне неудобно. По крайней мере, по камню. Так, ты еще живой, что ли? Да, падает уже, все, готов. Так, один недобитый. Сдохни уже. Ох, там еще идут. Вот они меня в прошлый раз и убили, кстати говоря. Да, разучился я стрелять, честно говоря. В свое время в Killzone 2 на мультиплеере довольно неплохие результаты показывал, всем хэдшот раздавал. А теперь только примерно могу в направлении врага стрелять. Сдохнет, и мать твою за ногу. У меня два дезерт-игла. А, нет, один дезерт-игл и... Кольт 911. Так, готов. Там один еще, по-моему, остался. Так, давайте подкрепимся. Это все хорошо, конечно. Так, лампочку только надо уничтожить. Ох, жесть. Лично. Так, для чего я их жру, я, честно говоря, не помню. Давайте посмотрим, может, подсказки какие будут. А, ну, видимо, чем больше их жрешь, тем больше набирается. Поедая сердца противников черным дымом, вы получите новые силы и темных. Ну, короче, эта штука нужная. Я не совсем понял, для чего, но пригодится. Я помню, что что-то с ней можно будет потом делать. А вот, как раз. Тихо, ребята, не кусайте меня с такими зубами. Осторожно. Лезь обратно. Так, все, пришли вроде. К заднему входу, да? Сюда? Нет, не сюда. Так, ну... Видимо, придется перепрыгнуть. Как тут прыгать? Хорошо. Ага, вот так оружие убирать. If there's one untouchable in this business, it's Butcher Joyce. You put out a hit on some guy, Butcher flushes his body. No one's ever the wiser. Butcher knows everyone's business. But what keeps him alive is that he never ever chooses a side. Yeah. Too bad there's a war coming. Так, ну и ладно, я думаю, на этом и завершим эту серию. В следующей уже познакомимся, собственно, с мясником и двинемся дальше по сюжету. По-моему, пока что все было прекрасно. С вами был Артур, всего хорошего. Пока-пока-пока. We'll be right back.